Всем привет! Всем здравствуйте, друзья! Всем приветики! Приветики, конфетики! Господи, какой пиздец! От света, конечно, многое зависит, потому что сразу, да, личико непрезентабельно выглядит. Когда... Посмотрите, какой у меня здесь... Сколько у меня здесь всего. И какое у меня блестящее лицо. Катя, расскажи про свой уход волос. Сейчас я вам покажу шампуни. У меня просто шампуни. Шампунь, бальзам. Новый какой-то. Я еще не поняла, нравится мне или нет. Мне кажется, что обычный максимально. У меня новый уход, понимаете? Одно вот из вот такого вот масла. Олин. Я пока вообще не поняла. Я решила попробовать. Реально кому-то это интересно? А шампунь и бальзам он в туалете, в ванне, в душе, но там кто-то есть сейчас, поэтому... А вообще, друзья, у меня просто кератин на волосах, и поэтому... Но, несмотря на то, что у меня кератин, я еще за ними как бы очень тщательно ухаживаю. У меня даже вот, допустим, для сухих волос вот такая расческа. Для мокрых волос вот такая расческа. За кожей лица у меня сыворотки всякие тут, разные вот такие вот сыворотки. Крем увлажняющий, ретиноид наружный от высыпаний. Все, по-моему. Шампунь, не знаю, Матрикс, который для жирных волос. Не разрешаю. Ну, как, типа, вообще лучше в телефоне не сидеть. Но я не сижу. Сейчас уже просто конец почти. Блин, мне надо сделать брови. Всем привет! А еще все собрались пить пунш. И я хочу тоже, но я пью антибиотик. И мне нельзя. Пудра. Пудра у меня шик. Вот такая. А еще, которая light. Оттенок. И еще я завтра в 10 утра. Главное мне встать, проснуться. Наконец-то иду делать маникюр, педикюр. Буду готовиться к приходу парней. Надеюсь, там он будет нормальный приход. У вас стилист, визажист собирает? Нет, мы сами. Куда собираешься? Никуда. А можно каждый день куда-либо выезжать? Можно. Тебе нравится, Андрей? Ну, фактурный парень, но как бы уже не мой, поэтому у меня уже своя жизнь. Я начинаю новую жизнь. Там Андрюшки нет. Дайте мне. 8-3. Зай. Молчи. Возьми с розы. Да ну пойдем. Короче, на приложение скачивать, да? Ну я на сайте. Я особо не гуляла по Москве. Точнее, я не гуляла по Москве. Андрея здесь нет, да. Что это было? Мне вообще те нравятся мои, но я люблю пробовать новое. Посмотри, сходи. Я еще не хожу в зал. Мне лень. А, на сколько мне лет дашь? Я ленивая жопа. 30-40, да? Нет. 35. Да не по виду, блядь. А как? Так не материться здесь мне. Ой, простите. Блин, мне бесит моя челка. По образу жизни, по внутренности, по видению. Нет, это не так работает. Ну, типа, может быть, просто закрыть, забить. Кого человек выгнали, вы лет, это увидите. Затюком. В затюками. Ну, я не в эфирах. Но, ну, типа, блин. Бровями, конечно, сегодня пиздец, типа, возраст, а не брови. Мне кажется, это как ты чувствуешь.
Ну, ребят, типа, всем привет. Со стороны, мне кажется, спасибо большое. Когда мама приедет? Не знаю. Летом должна. Если я буду здесь. Волосы каждый день моешь? Нет. Я не люблю каждый день мыть волосы. Элина с Максимом, да? Неплохо. Когда мужчина влюблён, Клава, у тебя немножко это там... Вау, трусики. Сейчас прям что будет? Воздух ему ведь я? Нужен. Еду. А ты куда? Я хочу с подругой съездить куда-нибудь. Клубешник? Она особо не ходит по клубам. Тебе помочь? Она замужняя. Ну не говори, что я замужняя девушка, потому что мне Игорь послал нахуй. Если что, сказала... в эфире. Да иди ты в жопу со своим эфиром! Дура, предупредила бы сразу. Там ты в эфирах сидишь, Катерина. Так. Ты мне всю конспирацию сломала. Ребят, извините, всем пока. Там надо. Что, я сама? Сейчас. Капец. Так, друзья, мне просто очень интересненько, я скоро приду. Сейчас время такое.